полицию. В общем, что, значит, как только новое противостояние, новая позиция выдвинулась в сторону охотного ряда, начались задержания моментально. То есть полиция не допустила выход людей по Тверской в сторону охотного ряда. Значит, абсолютно беззаконные действия, люди не препятствовали никому, они шли по улице, никому не мешая. В этот момент начались задержания. Значит, появился провокатор, у него был плакат, на котором было написано слово «борьба с коррупцией» или что-то подобное этому. Ну, это был человек в маске, это был явно провокатор, потому что в дальнейшем было видно, как этот человек был сажен в автомобиль полиции, и тот, который его сопровождал, тоже с ним уехал. Сейчас, вот. В общем, сейчас что мы видим? Народ оттесняют обратно к Триумфальной площади. Вот. Это явное беззаконие. Значит, оно может быть обжаловано в суде. Но такая вот ситуация в данный момент. Так сказать, в среде вот этого. Значит, что я делаю? Ну, постараюсь вот действия. Ну, в основном уже всех, конечно, ребята уже просто засунули в автозак. Что дальше? Двигаться обратно. Задерживайте, ребят, молодых. Это что ж такое? Откормили! И пожалуйста! Да, к сожалению, любые законные методы протеста, они на сегодняшний день, как это слово подобрать, они запрещены, любые законные методы, они запрещены, то есть законы без
беззаконие или как? Такая вот ситуация. Что? И ваши впечатления какие? Рядом со мной. Ошарашен происходящим, просто ни с того ни с сего забирают людей. Подошла полиция, она сказала, что ну вы можете, конечно же, двигаться, только не нарушайте никаких законных требований полиции. Там, не выходите на дорогу, к примеру, там, не выкрикивайте лозунги. Этого ничего не происходило. Ну, ровно через 7 минут начались задержания. Кто-то координирует действия полиции, вот, они выхватывают просто людей в какой-то миг, отправляют их в автозак. Очень жестко. Абсолютно незаконные действия. Защита, защита преступного режима. Ну, что вы сейчас?
по мне еще 200. Космонавт. Но тут задерживать уже практически некого. Может, сами себя начнут задерживать. Там, может, осталось 10-15 человек.